Всем привет! Сегодня я вам покажу, как установить Live обои с iPhone 10 на любой iPhone с 3D тачем. Это iPhone 6, нет, 6s, SE, ну и новей, там 7, 8, в 10 они и так стандартные. А перед началом видео я бы вам хотел прорекламировать канал Telegram CSGO Free Skins. Бесплатные ключи, скины и так далее. Тут вы найдете все самое лучшее. Подписывайтесь на канал. Ссылка будет в описании. Итак, и чтобы установить Live обои такие, нам понадобится два приложения. Первое приложение — это вот Imgur. Вот это вот. Ссылка будет в описании. Второе приложение — IntoLive. Сначала заходим в первое приложение наше. И ищем в поиске, набираем iDevice Help. И нажимаем на пост. Во, у нас здесь будут сразу эти обои. Мы удерживаем. Здесь у вас появится вот кнопка Download Video. Сохраняем это видео. Дальше нам понадобится вторая. Это IntoLive. Заходим в нее. Здесь будут все ваши фото. И вот, например, мне нужна это. Последнее 6-секундное видео, которое мы сохранили. Нажимаем на стрелочку сразу же. И без повторения обязательно. И вот здесь дальше нажимаем «Сохранить живые фото». Все, фотографии сохранены. Теперь переходим в нашу медиатеку, фотопленку или... И вот наше лайв-фото. Можете ставить его на экран блокировки и так далее. Вот, смотрите. Нет. Ой. Сделать обоями. Вот, выбираем. И смотрите, у нас теперь обои с 10-го айфона. И всем спасибо за просмотр. Вступайте в мою группу, подписывайтесь на канал. Всем пока.